полоски из бумаги мать резала красиво. И чтоб волна взрывная окно не разнесла, наклеила крест-накрест, чтоб ровно, чтоб не криво, к полоске прилипали поверхности стекла. И с улицы на окна глядела так ревниво, чтоб люди не судили, чтоб красота была. Как будто бы не бомба, не смерть, не грохот взрыва гостей из-за границы придирчиво ждала.